Так, девочки, добрый день. Сейчас помою окно. Не стала вызывать никакой клининг, потому что мне некогда заниматься клинингом. Мне некогда заниматься. У меня столько дел не в проворот, что мне не до клининга. Сейчас быстренько помою, то уже море даже не вижу, девочки. И знаете, что я заметила, девчонки? Что я перестала следить за порядком. Все, девочки, я начинаю успокаиваться, и мне посрать, девчонки, вот честное слово. Что у меня творится в квартире, вы бы только знали. Незаправленные постели, разбросанные вещи. Я танцую с утра до вечера. Гуляю с Тедди подолгу. Мне вот все, мне не до этого, девочки. Мне не до квартиры, мне не до уборки. Это просто жопа какая-то. Я, конечно, так поддерживаю, да, чистоту так. Вот, более-менее, чтобы была, вот, по крайней мере, ванной протираю каждый день, протираю пол, каждый день ванной протираю. Вот, ну вот, девочки, у меня просто какое-то блаженство. Я не могу насытиться, все, насытиться одиночеством не могу, не могу. Это вот такое чувство, когда, знаете, не надо отдавать энергию свою никому. Не надо никакие вот разговоры слушать, знаете, непутевые какие-то, непонятные какие-то. Не надо, знаете, реагировать ни на что. Мне прямо доставляет удовольствие огромное быть одной. И пусть там хоть что пишут, да, у кого там глаза, уши, глаза грустные, уши не слышащие. Мне плевать. Протру, в общем, навожу порядочек, девочки, навожу порядочек, здесь у меня все чистенько, потому что здесь я протираю каждый день, я пыль протираю каждый день, ну, разбросаны вещи, ничего страшного, вещи разбросаны, зато здесь и здесь все, пыли нету, потому что гномик работает с утра до вечера. Нету пыли, просто, девочки, у меня разбросаны вещи не на своих местах. Ой, как хорошо, боже мой, какая радость, какое счастье. Сегодня солнце, обожаю Анапу, обожаю море. Мы сегодня с Тедичкой пошли гулять, я не могу его утащить с моря. Он просто на парапет ложится на лавку, на солнце греется, из глаз текут слезы у него. Щурится от солнца, девочки, так смешно. И он лежит, а потому что воздух прохладный, а солнце пригревает. Все собаки на лавках спят, бродячие, и Тедик тоже. Лег и лежит, он прям балдеет, смотрит за людьми, как людьми. Люди ходят по это, прогуливаются с утра, дышат. И воздух какой, морской воздух. Сейчас вот он стал, море стало сейчас дышать, девочки. Все, как только солнце появляется, море начинает дышать. Не надышаться. Какая прелесть. В общем, до бесконечности, девочки, можно на эту тему рассуждать. В общем, я берусь им окно мыть. Побежал за велосипедистом. Да так далеко, да на такой скорости. Аж задохнулся. Аж устал, да? Ты же породистая собака, Тедди. Ты зачем за велосипедистом бегаешь? Ох ты, Тедик, ты, Тедик. Все, наконец-то, солнышко. Боже мой, какой аромат идет от моря. Аромат рыбы, свежести, воздуха, воды. Ой, какая прелесть. Какая прелесть. Грейся на солнышке. Солнышко очень полезно. Пока прохладный ветерочек. Грейся на солнышке, вот так вот. Солнце, видите, как снимаю силуэт солнца. Ой, что там такое? Что там такое? Что там такое? А я по полюшку приду к тебе. А я по полюшку приду к тебе. Да за тысячу верст, да за тысячу дорог. Так, минералочки надо выпить. Все, девочки, полезла на окно. Искупалась.
Вот это я сделала зря, что я искупалась, а теперь порежу. На табуретку или стремянку лучше поставить? Мне, наверное, стремянку. Табуретка подскользнется из-под ног. И все, и капец. Так, девочки, пошла за стремянкой. Девочки, привет, привет всем, привет всем. Я сегодня мою окно. А я по полюшку приду к тебе. А я по полюшку приду к тебе. За тысячу звезд, за тысячу дорог. Так, так, Тырик, хватит уже. Начинается свистопляска. Свистопляска. Девочки, извините, комментарии пока читать не смогу, потому что мне надо выйти в прямой эфир. Окна. А? Ой, как бля, высоко ко мне. Не-не-не-не-не. Лена, 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 Лена. Ничего себе. Тут, знаете, тут подоконник высокий. Капец. Высоко, высоко. Необыкновенная высота. Хотела клининг вызвать, чтобы девочки пришли помыли, но мне некогда с ними сидеть, некогда мне их ждать, блин. Там еще вообще-то в зале высоко, окна вообще здоровенные, там придется тоже мыть. А то моря уже не вижу. Сижу, не вижу моря. А на море белый песок, ветер дует прямо в песок. Весна пришла. Другое дело, сразу будет дышаться легко. Так, теперь берем. Что-то купила вот такую ерунду. Ну, что было? Здесь местный магазинчик такой, знаете, неохота идти никуда. Пятерку там, чтобы с пульверизатором. Я купила вот такую херовину. Ой, как страшно, мама мия. А, пальчик стукнул. Слушайте, пахнет хорошо. Большие окна. Большие, большие города. Это за средство за такое? Сплошная это. Сплошное мыло. А, привет, привет, девочки. Привет. Привет. Окна моем. Кто-то по-иностранному пишет. Я выхожу на мировой уровень уже, девочки. Все.
ТикТоке уже смотрят иностранцы маму. Отличненько. А как? Как вы хотели? Только так. Никак не иначе. Окно-то все покорябанное, все стекло покорябанное. Причем такими большими разводами. Кошмар. Вот и строители. Шикарно? Шикарно. А то сижу и море не вижу. Но это уже... Ни в какие рамки не входит. О, красота среди бегущих. Так. Видели море вдалеке, какое красивое море? Море волнуется раз. Сегодня солнышко, сегодня солнечная погода. И мы с Стэдичкой с удовольствием гуляли сегодня. Прохладно, но так солнце припекает, и он уже, знаете, на лавочку развалился. Там все собаки местные, бездомные, на лавочках спят, как бомжи. И смотрю, Стэдичка тоже развалился, смотрит на отдыхающих, как люди... прохаживаются. Сейчас, девочки, несу стремянку. У меня нету ничего. Нету, девочки, ничего у меня. Все, теперь еще камеру не знаю, как поставить. Чтоб не упала. Я хочу просто большие осколки собрать сейчас. Посуда бьется, жди удачи. Не плачь, красавица, не плачь. Хорошо, что я в перчатках ищу. Окно мыло. Уйди отсюда, Тедди. Уйди отсюда, уходи. Не подходи здесь, потому что здесь травмоопасно. Я вот так тапочками сейчас соберу. Хорошо. Пропылесошу все. Одна такая тарелка, а сколько грязи от нее. Это же вообще ужас. Это кошмар какой-то. Федечка, уходи. Уходи, сынок.
Картонки-то никакой нету. Так бы картоночкой бы какую-нибудь замести. Так, пылесос, девочки. Все, берем пылесос. Так, тапки надо снять где-то здесь. Выбросить. Потому что они все скрипят. Вот вам и прямой эфир, блин. Начала мыть окно, окно помыла. Начала переставлять камеру с вами. Айфон начала переставлять, чтобы показать окно. Все, зацепилась за тарелку. И тарелка вывалилась. Вывалилась, свалилась на пол, дребезги. В клочья разбилась. Так, ну что, и здесь уже добралась я до всего, тут у меня. В общем, надо мне, знаете, как сделать? Надо мне все собрать, чтобы уже можно Юле было увезти. Так, айфон разрядился. Что можно было увезти? Оставить только самое необходимое мне здесь. Так, все маски, все, уже маски не носим. Чего смеяться? Вот они, целая куча у меня. Я их, правда, перестирала все. Ложка. Так. И все это все надо отправить домой. Хотела сказать Челябинск. Челябинск. Оставить только необходимое все. Так. Пакет надо какой-то. Пакетик мне какой-то надо. Вот эти, кстати, неплохие. С Фикспрайса вот эти коробки. Они же складываются. Они неплохие, но... моментом что-то это, что-то получилось, что закрывашка здесь моментом оторвалась. Ой, господи. Все, куда-то приехал, раз, сложил, открыл. Положил все, все, что надо и не надо. Все, оставляю, что нужно. Вот. Пару масочек. А все, что не надо, все отправляю. Я тебя отправляю. Чистая линия, духи. Не могу везде отведены волосы. Меня это прям бесит. Складываю, девочки. И опять все складываю. Сантиметр. Девчонки молодцы. Не поленились, когда объемы я. Объемы свои. Мерила в этот раз. 110. Я же зашла, потом посмотрела. И правда, у меня объемы-то уменьшились. А чё ж я столько хожу, это ж вообще с ума сойти можно. Так, что самое необходимое? Ну все, все равно опять все в эту коробку, блин. Так, маски положу сейчас в другой пакет. Это мне надо, это надо. Это для очков.
перекись спрей. Когда первый раз ходила на маникюр сюда, девушка мне сказала, это вам для того, чтобы не трескались пальцы. Палька, не которой маникюрше сейчас я хожу, а самая первая маникюрша. Чтобы у вас не трескались пальцы, я купила что-то, знаете, 1200 что ли стоит, или 1300. Домой пришла, посмотрела вот так и открыла, тут прямо пахнет ацетоном. Чтобы пальцы не трескались от ацетона. Кошмар какой-то. Что только не придумаю. Не, чтобы сразу, ну я, знаете, людям как-то доверяю, да? Я не могу так сразу вот взять, открыть, понюхать, а хотя надо так делать. Надо сразу все. Девочки, прям без зеркала не могу. Без увеличительного зеркала я не могу. Не видно ни брови. Как отрастают они. Юля уже сказала, Юля, поедете ко мне, доченька. Пожалуйста, привези мне зеркало мое увеличительное. Больше ничего не надо. Она как-то у меня просила, мам, дай я заберу тебя. Нет, забирать у меня не надо. Или Юля просила. Не, не помню кто. А, Алиса просила. Баба, дай я заберу. Я говорю, нет, я без него жить не могу. На самом деле, без увеличительного зеркала не могу жить. Такой возраст уже наступает, когда, знаете, нифига не видишь. И хочется смотреться нормально. Так, ну до этой комнаты, до окна я пока не дошла. И пока не до нее мне. Сейчас протру. Протру все везде. Так, коробки эти все выбросить надо. Что тут? А, зарядное устройство здесь было. Я потом его положу, зарядное устройство. Пусть тогда будет. Батарейки, зарядное устройство. Так, это я выбрасываю, это мне нафиг не надо. Чье-то я буду еще там, знаете, мазаться чем-то непонятным. Так, это в пакет, в другой. В общем, девочки, делами занимаюсь.